is the Gemini capsule. The Gemini capsule can hold 2 astronauts. Also, the Gemini program is the first time Kennedy Center, NASA, up until then, добрался-таки наконец до него. Посмотрим сейчас, что здесь интересного. Вон, пожалуйста, можно сесть в эту хрень. В рот мне ноги. Вот это я понимаю. Вот это размерчик. Охренеть. Это, короче, получается, на Луну летели вот на такой хрени. Охренеть. Ну, а теперь главный вопрос все-таки. Были они на Луне или не были? В чем правда? Кто знает? Кто подскажет? Выглядит все убедительно, конечно же. Ё-моё. Огромный так-то. Это настоящий. Не макет. Настоящий шаттл Атлантис. Круто. А вот это получается... в натуральный размер макет Хаббла. Ну или может запасной какой-то Хаббл, который не полетел. Ну нифига не маленький он, я хочу сказать. Такие картинки классные делают. Крутяк, конечно. Никогда не думал, что увижу Хаббл. Вот это по нашей теме. Оказывается, вот эти Airstream прицепы и бусики, они настоящие, действительно использовались в перевозке астронавтов. Смотрите. Короче, в этой штуке астронавты ехали на старт. Круто. Я не знал. Для дрочеров. Работает все. А вот это, вот эти не работают, смотри. Да все наполнено, да, забрать. Короче, можно даже присесть, посмотреть, каково это. Педаль. Нифига себе. Да, это, конечно, интертеймент высокого уровня. Блин, я не думал, что это прям реально так выглядит. Охренеть. Блин, надо было ехать смотреть туда. Да ну на! Просто нереально. Это что? Это как? Блин, это что, бля? Просто полетела какая-то хер. Просто молча, тихо. Быстро-то как? Смотри, быстро летит, да? Вот это круто. Блин, вот это круто. Не передает, конечно. Жаль облака, конечно, но все равно круто. Не, ребята, это реально просто топчик. Я вам скажу, что космос – это сила. ПВГ... О! Вон полетел. ПВГ могила. Слушай, быстро летит-то как, ты посмотри. Все,